Сами Бурканов занимается животноводством долгие годы. У него своя ферма, которая является единственным источником дохода в семье. Чтобы улучшить ее состояние, фермер взял 3-летний льготный кредит в Айлбанке под 10% годовых. Чтобы получить доверие Айлбанка, я вначале взял кредит в 30 тысяч сомов и вовремя его выплатил. На эти деньги купил несколько голов баранов. Потом я снова взял кредит в 60 тысяч сомов на приобретение племенной скотины. Летом отправил их на Джайло, чтобы откормить. Льготный кредит от РСК банка и Айлбанка от 6 до 10% годовых предоставляются в сферы животноводства, садоводства, сельскохозяйственной переработки и малому предпринимательству. Так, 20 предпринимателей получили в лизинг оборудование на 41 миллион 192 тысячи сомов. Эти льготные кредиты в рамках программы по поддержке ФСХ были поделены на две группы. Для животноводов и земледельцев кредиты выделяются по 10% годовых. Еще 103 предпринимателя получили кредиты на сумму в 43 миллиона 275 тысяч сомов на развитие садоводства. 772 человека получили 310 миллионов 25 тысяч сомов на животноводство. И 10 заемщиков благодаря кредитам открыли малый бизнес. У нас есть гарантийный фонд. Если у заемщика не хватает залоговой суммы для кредита, то он может получить гарантию от фонда. Это хорошая поддержка предпринимателей. На сегодня уже 20 человек получили кредиты на сумму 59 миллионов сомов. Гарантии составили 17 миллионов сомов. Отметим, что в прошлом году по Баткенской области Айлбанк и РСК банк выдали на поддержку предпринимателей 914 льготных кредитов на общую сумму в 432 миллиона 500 тысяч сомов. Аналогичные средства ожидаются и в этом году. Мадина Низамова, Нурлан Максуталиев, Джанадиль Абубакир Улуэль, ТР Баткенская область.